Нардеп Сергей Каплин заявляет о давлении на его политическую силу. Лидер социал-демократической партии, ему стало известно о том, что Печерский суд по заказу экс-премьера Яценюка, главы МВД Авакова и радикала Ляшко подготовил тайное постановление о проведении обысков во всех приемных партий и профсоюзов. У нас есть информация, что минимум по 20 нашим активистам, членам нашої партії, нашим депутатам готуються справи, і цих депутатів, цих активістів, лідерів, тих людей, які захищають права простих пересічних українців, збираються кинути за грати. Я хочу попередити суддів Печерського суду, прокурорів, детективів, всіх іщейок Яценюка, Авакова і Ляшка, їхніх олігархів, які спонсорують їх. Ви не зможете зламати нас. Ну, не только Сергей Каплин уличал главу украинского МВД в коррупционных и лоббистских схемах. Подробности неоднократно делали об этом сюжет в так называемом рюкзачном деле. Обещал разобраться даже НАБУ, но подозрения пока никому не предъявлены.